Паркис Медикус. Коррекция функционального состояния организма человека. Гармонизация физиологических процессов. Оздоровление и омоложение при помощи трансляции в организм эталонных здоровых частот, программы и комплексы. Снова в ночи кромешной я вспоминаю детство. Все, что пришло однажды в сказках из добрых снов. И, как всегда, конечно, я вспоминаю песни, те, что легли на сердце музыкою без слов. Снова лечу на крыльях детской мечты о звездах, теплых, как летний полдень, близких, как отчий дом. Снова нездешней былью в сердце ко мне стучится память о чем-то главном, скрытом во мне самом. Чудо-птицы, верю, что непременно снова вернется к нам та, что всегда незримо где-то в краю далеком грезит о встрече с нами бегущая по волнам. Та, что всегда незримо где-то в краю далеком грезит о встрече с нами бегущая волна. Друзья, всем бодрого начала недели, скоро февраль, а там рукой подать.
до весны. Секреты, сказки, ложь, давних намек. Встречаем Юрия Лира. Добрый вечер. Сказки, ложь, давних намек. Добрый вечер, день, утро. Неважно, в какое время. Всем здравия, благополучия, позитивного расположения и духа, и души, и всего, что к ним прилагается. Итак, начинаем сегодняшнюю встречу. И начинаю я с традиционных позитивных вестей разного рода. Значит, во-первых, братья наши не то что меньше, но иногда они больше нас по размеру, но наши собратья по земной биосфере продолжают радовать и творить всяческие приятности хозяевам, обладающим разного рода приспособлениями, помогающими в оздоровлении собственном и друзей. Итак, речь снова сегодня будет идти о картах разум. Я сразу говорю, что то, что я сейчас скажу, это не пришло ко мне напрямую, но в разговоре с одним моим пациентом, он сам из Литвы, но ездит в Европу к своим родным, там, близким и так далее. Значит, это рассказ от него о тех, кто живет в Европе. Значит, там его двоюродная сестра попала в аварию. С кем не бывает. Ну, все обошлось. Обошлось битьем железа. Но никто живой сильно не пострадал, как им показалось в самом начале. Недели через две начались головные боли. И пришлось ехать, выяснять, что к чему. Кстати, если кто-то думает, что на Западе изумительно, распрекрасно, невероятно передовая медицина, как говорят в Одессе, чтоб да так нет. Почему пришлось там побегать? И вышло это, в общем, вылилось в приличную копеечку. Но в конце концов выяснили, что там имеет место последствия травмы не только головы, но и двух участков позвоночника, там, в общем, грудной, еще кое-что, в общем, сдвинулись диски, ну, в общем, и так далее. В салоне машины была собака и кошка. Значит, вот им повезло чуток меньше, потому что были они не пристегнуты, сидячи на заднем месте, на заднем сиденье. И потом выяснилось, что собачка каким-то образом вывихнула лапу, а кошка, ну, в общем, тяжело пережила это событие психологически, начала вести себя нервно и почти неадекватно. Я долго рассказывать не буду, потому что мне об этой истории известно только то, что я сейчас рассказываю, без деталей. Применение карты разум и хозяйке помогло справиться с головными болями без таблеток. Вот человек, этот мой пациент, он подчеркнул. Буквально на второй-третий день головные боли прошли, и она решила вообще никуда больше не ездить и сэкономить деньги. Карта разум помогла кошечке стать спокойной. Потом, когда съездили к ветеринару, и у собачки оказался все-таки неосложненный вывих, то ей примотали скотчем, на мой взгляд, довольно безжалостная, так сказать, версия. Ну, скотчем ей примотали, наверное, чтобы она не отгрызла это дело. И через два дня место вправленного вывиха перестало ее беспокоить совершенно. Вот такая очень приятная
Почти сказочная история. Сказка здесь заключается в том, что это мне было сказано, рассказано. А вообще, к слову, сказка надо относиться серьезно. Вот все, кто в советское время читал классику в школе, например, «Мертвые души», вспомните, там слово «сказка» участвовало в организации мощнейшей аферы. Там все на этой сказке и было завернуто. Причем ничего фантастически, легендарно, мифологического там не было. Там эта сказка привела к очень быстрому обогащению главного героя. На этом я заканчиваю экскурс в классику. Все, кто читал, кто учился, я думаю, что сразу вспомнили. А те, кто не читал, не проходил, как говорили в школе, мимо Гоголя, ну, зайдите к нему на огонек, почитайте. Во многом это произведение «Мертвые души» еще до сих пор актуально. Там так хорошо выписаны многие особенности человеческой психики, пострадавшей очень сильно от внедрения на российскую почву всех этих буржуазных замашек. Ну, из области нас с тобой интересующей, то есть эффективность продукции, которая замечательным образом производится, это все. Теперь я использую возможность, так это, как бы сказать, расшаркиваясь перед теми, кто задавал мне когда-то вопросы, я вот записывал, оказывается, у меня было два блокнота. Про один даже забыл. Вот у меня тут выпрыгнул, откуда ни возьмись, из-под носа. И там несколько вопросов, оставшиеся неотвеченными. И был такой вопрос. А откуда почивший не так давно господин товарищ гражданин Жириновский так много знал, что очень многое из того, что он там наговорил за определенное количество лет, вдруг взяло и сбылось. Причем говорил-то он еще в 90-е годы, ну, в общем-то, его воспринимали как такого политического клоуна, которого держат при троне как ну, такого шута Горохова. Значит, на этот счет следующая информация, проверенная. В Советском Союзе много чего было. Была и тайно-космическая программа. И не все там было совершенно светло и прекрасно и замечательно. Априори, те, кто внимательно слушал все, что я говорил о вынужденном участии Советского Союза во многих бесчеловечных программах, понимают, о чем идет речь. Далее. В этой программе все было примерно так же, как в Штатах, где ЦРУ просто мальчики на побегушках были у более серьезной конторы Агентства национальной безопасности. А Агентство национальной безопасности была уже просто надзирающая контора за информационным планом, связанным с теми или иными программами их реализации в тайной космической программе. Там своя субординация. Также было в Советском Союзе. Был КГБ, был МВД и так далее. Так вот там на очень важные посты, на которых решались те или иные очень серьезные вопросы. Причем эти вопросы иногда затрагивали совершенно конкретные судьбы совершенно конкретных людей, имевших очень сильное влияние на советское общество. Например, Иван Ефремов. Вот им занимались специфические личности там, в этой конторе глубокого бурения. И как сегодня становится ясным, но эти личности
как-то помягче сказать, действительно были не вполне человеки. Тем не менее, с технической точки зрения, были очень сильные прорывные направления, и одно из них – создание своей собственной версии тех самых, если угодно, звездных врат или программы путешествия по временным линиям. Сейчас я не могу вдаваться в подробности, почему Вольфович получил доступ к этой технологии, но он действительно имел доступ к этой технологии. Отсюда его, с позволения сказать, пророчество. Не пророчество, это видение наиболее вероятных исходов тех или иных событий. И то, что сегодня мы наблюдаем, сбыча мечт, да, как это тогда подавалось. Это просто говорит о том, насколько совершенной была технология, принадлежавшая Советскому Союзу и перешедшая Россию. Так что очень советую еще раз послушать то, что этот персонаж наговорил. Есть очень много шансов на то, что все это сбудется. В точности. Шансы весьма и весьма крутые. Так что вот она, сказка, которая стала былью. А теперь к сказкам. Во-первых, я хочу тебе передать горячий привет Португалии. Вчера у нас были съемки, и Ричард, и Катерина Райт просили передать. И, кстати, Нина Колесниченко, большой горячий привет тебе. Вот, я сказал, что Юрий и я, мы уже отправили в их адрес по ссылке. Вот, и сегодня я после всех вопросов запущу одну инициативу. Могу сказать, что твой Егорка, как в криптовалюте Сатоши Накамото, которого никто никогда не видел, запустили очень интересную инициативу. Сегодня я об этом объявлю. Вот. Ну а сказки, я, кстати, благодарен, это твоя тема, это ты предложил эту тему. Вот. И действительно, тема казалась очень такой горячей. Пришло очень много вопросов, и среди них есть и продолжатели твоего почина, связанные с вопросами от детей. Вот я с них сейчас и начну. Екатерина и Ричард Райт. Доброго времени вам, драгоценный Юрий Рубинович и Владислав. Вопрос от сына Ричарда из Португалии, 12 лет. Какие русские народные и авторские сказки больше всего нравятся хорошим инопланетянам? Какие из них самые мудрые и полезные, по их мнению? И тут есть небольшое продолжение. И мне очень нравится, это Ричард задает, ему очень нравится Гарри Поттер. Но сначала я боялся фильмы про него. Сейчас мне больше по душе книги «Чародеи». Они хорошие? Или же как они относятся к книгам Толкина? «Хоббит», «Властелин колец» или книгам Хокинга о Джордже. И мама добавляет, любопытный разум сына ищет качественную литературу для познания мира. Хочется направить намерение в благое просветительское русло. Благодарен душой за ответ. Так какие русские народные и авторские сказки больше нравятся хорошим инопланетянам? Хорошим инопланетянам, то есть друзьям нашим, с большой буквы, как я их называю, нравится любая литература, любые произведения человеческой мысли, заряженные идеей, так ее можно назвать, служения ближним своим, общим служением делу эволюции нашей Вселенной, а применительно к сказкам те произведения, в которых главное – это воспитание души человека через прохождение им тех или иных испытаний, в которых проявляется его истинная суть. Вот так
совершенно коротко можно сказать. Что касается Гарри Поттера, Гоши Чайникова, ну, как-то мы говорили о нем, и был вопрос такой, содержавший уже какой-то ответ. И я подтвердил, да, это проект. И проект с определенным таким перспективным замыслом. Там в этом проекте много всего. Главная цель или квинтэссенциональная задача – это подготовка сознаний детей к тому, чтобы включаться максимально быстро в участие в программах подготовки к тем или иным структурным элементам тайной космической программы. Там все это есть. Если внимательно прочитать, посмотреть то, что снято, там все это есть. В этом смысле. Это примерно то же самое, что и в голливудских фильмах про детей, которые оказываются вовлечены в те или иные космические программы. Ну, первое, что приходит в голову, игры Эндера. Это максимально точно показано, как и что. В других фильмах это показано с большей или меньшей четкостью, ясностью. В каком-то смысле я считаю, что на вершине всей этой голливудской продукции фильм «Солдат», где главную роль играет Курт Рассел. Там это показано настолько жестко, настолько точно и безжалостно. Ну, дальше, по-моему, уже некуда. В этом смысле игры Эндера это более что-то такое человечное и с расширением в сторону уже космофилософского отношения ко всему, с чем человечество имеет дело. Я имею в виду другие космические расы и цивилизации. Так что в двух словах я ответил. А что касается личного отношения такого рода печатной продукции, ну, вне зависимости от того, проект это или не проект, а вся эта Поттериана, это большой проект. И здесь я хочу, чтобы все, кто нас слушают, еще раз осознали, что в том мире, который решает, кому прославиться, стать не просто известным писателем или писательницей, но еще невероятно разбогатеть, там ведь столько нулей за единицей в результате личного дохода этой женщины. Такие деньги просто так не организуются. Просто поверьте, если кто-то считает, что могут быть какие-то исключения, нет там таких исключений. То есть, надеюсь, я понят, и надеюсь, мой ответ Ричарда удовлетворил. Благодарю. Следующий вопрос от Петра. Здравия желаю всем говорящим и слушающим. Сказка герои обращаются друг к другу на «ты». Даже с царями и с незнакомцами. Наше поколение приучено обращаться на «вы». Уже давно чувствую внутренний позыв общаться с добрыми и уважаемыми мной людьми, в частности тобой, то есть мной, Юрием, на «ты», но обеспокоен, что не воспримут правильно. Как обращаться к друг другу вселенски правильнее, как космические друзья обращаются к друг другу? Да, это интересная тема. И не в последнюю очередь ответ на таящийся здесь вопрос содержится в этимологии слов. Я очень часто говорю
о происхождении слов, о том, что стоит за каждым словом, за его структурой, за его историей появления в нашем языке. И сегодня я не буду делать крупных экскурсов, иногда я себе такое позволяю. Прочитайте на эту тему сами то, что вы найдете. И это будет не просто некое такое отвлеченное смысловое различие. Там нечто очень важное. Это нечто очень важное, максимально четко, на мой взгляд, я могу ошибаться, проявляется, например, в английском языке. В английском языке практически всегда в общении используется слово, имеющее в контексте общения значение либо ты, либо вы. Слово you. Но в английском языке есть слово, которое напрямую соотносится с нашим понятием ты. Оно тоже там, в зависимости от той или иной комбинации смысловой, текстуальной, произносится thee, thy и так далее. Первые две буквы th. И вот те, кто знают сакральную, оккультную этимологию английского языка, они сразу понимают, в чем тут дело. И это именно то, о чем сейчас я сказал, th, что практически однозначно роднит английский язык с сакральной сущностью русского языка, в котором ты – это слово, подразумевающее общение с высшим, в том, с чем или с кем мы общаемся. Это отсюда и выход на общение с Творцом, часть которого в сердце каждого из нас. И отсюда наше право общаться с высшим в чем-то или в ком-то на «ты». Это наше право. С другой стороны, так и хочется вспомнить акуджавская песня «Зачем мы перешли на ты?» Там есть такие слова. «За это нам и перепало». Пока существует нечто, что мы называем общая культура человеческого общения на русском языке. Пока это принято, на мой взгляд, я опять-таки могу ошибаться, совершенно незачем педалировать эту тему и слишком активно настаивать на своем праве обращаться к собеседнику на «ты». Я думаю, что есть дела поважнее у нас, чем заниматься такой ежедневной практикой, рискуя вызвать в свой адрес как минимум не очень правильное понимание. То есть это все к тому, что надо все-таки чувствовать ситуацию. Это первое. Второе. Живя по золотому правилу, в том числе и в отношении конкретного человека, с которым ты хочешь общаться на «ты», по золотому правилу с ним общаться, и время между «вы» и «ты» значительно сокращается. Проверено. Так что желаю успеха уважаемому другу наших каналов. Благодарю. Мария задает вопрос своей старшей дочери. Владислав и Юрий Рубенович, добрый вечер. Два вопроса задает наша старшая дочь Мариэль, 9 лет. Первый вопрос. Почему бабушку Ягиню, древнюю богиню, сделали злой в сказках?
Но вокруг бабушки Яги очень много всего разного. Я, например, читал совершенно нормальное историческое исследование на тему происхождения этого имени. Историки, роясь там во всяких анналах исторических, набрели на наименование некого воинственного кровожадного племени, которое называлось Яга. Вот так вот. А что еще здесь может быть, кроме йоги или йогини? Я думаю, что нам еще предстоит во всем этом разобраться. И не исключено, что это имечко нас выведет на что-то гораздо более масштабное, чем просто какая-то ветвь человеческой этнокультуры. Не забудьте, что это уважаемая пожилая дама, надеюсь, она не меня там не обидится, в расцвете лет летала на ступе. Это я все к тому, что некоторые объекты в небе, они буквально так и выглядят. Один из них я своими глазами видел лет несколько. Это было ясным летним днем, абсолютно безоблачное небо. Я стоял, помню, рядом с бензозаправкой. У меня что-то тюк по темечку. Посмотри вверх. Я смотрю вверх, на высоте примерно где-то ну, метров 500-600. Вот висит что-то такое, ступообразное. Так что многое нам предстоит узнать. Возможно, что там будет какое-то удивительное пересечение. И йоги, и яги, еще чего-нибудь более замысловатого, экзотического. Узнаем. Я в этом уверен. Да, надеюсь, узнаем, надеюсь, надеюсь. Следующий вопрос от Мариэль. Почему гуси-лебеди злые? Они же такие красивые. Да, еще одна очень интересная тема. Прежде всего, дошедших до нас народных сказках, я сейчас имею в виду сказки, имеющиеся в панславянском этническом тезаурусе, то есть вот это сокровище народной мудрости, знаний, много другого. Это все дошло в очень-очень искаженном виде, поэтому докапываться до сути приходится сквозь нагромождение много чего. Как это бывает, мы знаем из истории написания каких-то гениальных произведений такими прекрасными людьми, как Пушкин. Известно, что ему Арина Родионовна что-то только там не напела, не нарассказывала в его детстве. А он как это запомнил, так и потом нам излагал. Ну, плюс еще необходимость там, слегка что-то менять под рифму. Так вот, если мы говорим о сказке, ну, по крайней мере, там, сестрица Аленушка, братец Иванушка, а эта сказка есть еще, кстати, под разными другими именами. Мне ее в Словакии рассказывали, когда я там жил и работал. Там это немножко по-другому. Здесь много каких образов. Тут как раз и эта самая Баба-Яга, такая в нехорошем ее виде. Но образ гуси-лебеди несет в себе очень интересный намек.
не просто и не только на то, что сразу как-то навевается, потому что очень многие объекты в небе, которые мы называем до сих пор неопознанные, ну, с того самого времени, когда Арнольд Кеннет, это американец, такой авиалюбитель, на самолете своем летал над горной грядой, увидел вереницу каких-то объектов, которые он воспринял как блюдца. Отсюда с его легкой руки и пошло это название. Кстати, как-то все обходят стороной факт, что он еще, ко всему прочему, и ЦРУшником был. Но это мелочи. То есть нечто в небе на каком-то расстоянии выглядит, может, как угодно, плюс еще какие-то аберрации могут возникать в восприятии конкретным человеком. Это первое. Второе. Я как минимум 2 раза упоминал отчеты о запланированных встречах с космическими объектами, которые имели место на Памире с группой, которую возглавляла Марина Попович, та самая летчик-испытатель, знаменитая, которая занималась организацией такого рода экспедиций. Вот в одной из экспедиций они были на Памире, и что-то там у них вроде бы получилось. Договорились о выходе на контакт. Ждали, ждали, и что-то не прилетает. И вдруг кто-то обратил внимание, что над ними в небе птица. Все посмотрели в небо, и все видели птицу. Сначала. Потом птица начала опускаться, и вдруг оказалось, что это не птица, а тарелка. Это, повторяю еще раз, особенности восприятия человеком разных объектов на разной высоте. Но мы-то знаем, что многие из этих объектов еще и умеют мимикрировать под что угодно, то есть казаться кем-то или чем-то. Вот если все это просуммировать, то образ летящих в небе то ли гусей, то ли лебедей, это то самое. У меня лично никакого сомнения здесь нет. Но почему не гуси или лебеди, а гуси-лебеди? При том, что эта сказка, вся ее канва, все описание того, что там происходит, это все-таки скорее такая средняя полоса, то есть не приполярье, где есть там такие гуси, снежные гуси, которые имеют белоснежное оперение. Речь-то идет о средней полосе, где гуси всегда серые. Это намек не просто на то, что объекты в небе имеют сероватый какой-то оттенок в окрасе. На мой взгляд, здесь нечто гораздо более глубокое. На то, что есть в небе те, кто белые во всех смыслах, в позитивном, а есть там и те серые, которые стараются выглядеть как белые, и под этой, так сказать, маскировкой творить какие-нибудь пакости для того, чтобы помогать вот этой самой даме, которая, между прочим, любила кушать человеков. А это уже намек на чего-то другое. В этих сказках не говорится о том, какого вида зрачки у бабы этой, еги. Но не исключено, что будет какая-нибудь сказка, в которой и про это будет сказано. Так что коротко по теме гуси-лебеди я сегодня сказал, может быть,
Если на то будет необходимость, мы докопаемся до больших сказочных глубин. Благодарю. А какая у тебя была любимая сказка детства? Из того, что я читал? Да. Морозко. Я сначала это прочитал, и только после этого я посмотрел фильм. И как впечатление от книги и от фильма? Но потом оказалось, что это был сценарий этого фильма. А Вот. что больше понравился, фильм или книга? Фильм, конечно, больше понравился. И в фильме там тоже есть очень много на тему взаимодействия с иными мирами. Ну, там даже что-то вроде ТКП присутствует. А если говорить уже совершенно о кинематографических каких-нибудь явлениях, то, безусловно, это «Аленький цветочек». Вот это самое из самых. А его же экранизировали, кажется, американцы и в СССР. Там было много разных. Ты говоришь про СССР, Я говорю про про мультфильм. Советский? Про Да, мультфильм. мультфильм, да, мультфильм, мультфильм. Честно говоря, я не слышал о том, что кто-то его экранизировал в виде художественного фильма. Это какие-то другие были варианты. Ну, например, есть мультфильм Садкова, а есть художественный фильм Садкова. Художественный, да. И то, и другое очень здорово. Но, повторяю еще раз, если вопрос в лоб, то вот из книжек в детстве это был Морозко, а вот из мультфильмов и фильмов это всегда на первом месте «Аленький цветочек». Благодарю. Всем советую посмотреть. Да, кто родился после... Да неважно, он до сих пор Не, абсолютно. я понимаю, просто многие сейчас воспитаны на другой культуре абсолютно. И когда задаешь вопрос, а вот есть такие-то, такие-то произведения, они говорят, да ладно, я говорю, да. То есть люди оканчивают школы, институты, а многие не видели, не знают, что были такой уникальный пласт какой-то степени образования 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов, которые, в общем, мы на этом и росли. Так, благодарю тебя. Выросли. Да, и выросли. Росли, росли и выросли. Майя. Добрый день, Владислав и Юрий. Прекрасно смотритесь в сказочных одеяниях. Ну, у нас с тобой сегодня челма, лампа Аладдина такая, помнишь, да, была на картинке. Я думал, ты сегодня оденешь челму, оденешь, не оденешь. Я тоже думал, одеть, не одеть. А то как-то был бы, один был бы в челме, а другой был бы не в челме. Поэтому я не стал одевать челму. Ну, я думаю, люди с воображением представят нас. У меня вопрос по поводу джиннов в арабских сказках, а конкретно «Тысяча и одна ночь». Этот персонаж почему-то присутствует именно в арабских сказках. И, кстати говоря, слово «джинни» в переводе с арабского означает «бес». Мне интересно, почему этот джинни всегда 1000 лет сидит в кувшине, и вдруг его кто-то освобождает, и дальше он либо творит зло, либо служит своему освободителю. Прототипом какого существа является этот джинн? И какой истинный смысл этого персонажа, которого так хорошо знают на арабском Востоке? Кстати, в арабском языке хитрых и лукавых называют джинни или джиния, в зависимости от пола. Благодарю. Тоже очень обширная тема, но если коротко, то это связано с предыдущей цивилизацией, я имею в виду, конечно, Атлантиду прежде всего. Точнее, они себя так не называли. Это мы называем их атланты и так далее. Ну, много там, что у них было интересного. Я имею в виду технологии. Это можно обозначить одним словом. Техномагия. С акцентом на
те или иные виды знаний и умений управлять силами природы. Из того, что дошло до наших дней, упоминается даже существование невероятно злых и агрессивных эгрегоров, то есть таких энергоинформационных накопилищ, которые создавались с определенной целью – причинение максимального вреда жителям на какой-нибудь территории. Чаще всего это связывается прежде всего с эгрегором, который до сих пор висит над Индостаном. По каким причинам – это отдельный вопрос, но такая информация есть, и думаю, что ей можно верить. В всяком случае, я об этом читал в нескольких независимых друг от друга источниках на английском языке, когда у меня была возможность такую литературу читать, в которой описывались технологии, в основном основанные на применении кварца из горного хрусталя и других видов кремниевых соединений. Там и об этом говорилось. В то время было много разных вариантов такого рода изобретений, в том числе и в виде слуг, которые присутствовали одновременно в двух мирах. Значит, перевести на наш язык это примерно так, можно сказать. То есть это существа, которые искусственно создавались с помощью определенных технологий и затем использовались по надобности. Когда не надо было, они находились в определенном резервуаре, который выглядел как лампа, то есть подобно тому, что на Востоке подразумевается под словом лампа. Кстати, там такие лампы, они похожи на такие очень-очень плоские чайники. Почему это так? Ну, знаете, это вопрос к тем, кто придумывал те технологии. А почему их называют в переводе с арабского или с арабских там, языков, диалектов, бес? Потому что это существо, не обладающее чем-то, чем обладает человек. При том, что оно, это существо может обладать огромной эфирной силой и в результате этого совершать какие-нибудь полезные для хозяина действия. Это существо не обладает, во-первых, божественной частицей, которая есть у человека, и, во-вторых, не обладает душой, так называемой. Обладает чем-то другим, что позволяет ей функционировать как исполнительный слуга. Примерно то же самое, что это сказание, если угодно, сказка, миф, понимаете, как хотите, о големе, голем. Это тоже создание определенного типа из глины, уже гораздо ближе к нам по времени. И есть очень много разного рода информации, которая говорит в пользу того, что существовал этот реальный объект. И господин Бен Бецалель очень хорошо там использовал свое знание, тайное, которое в чем-то сродни тому знанию, тем возможностям, которыми обладала та цивилизация допотопная, которую мы называем Атланты. Вся эта магия – это продолжение того периода. И то, что возможно было тогда и там, после потопа, стало или практически невозможным, или чрезвычайно затруднительным.
потому что физика окружающего мира, она изменилась. Мир стал другим. В каком-то смысле менее податливым с точки зрения взаимодействия с эфирными планами и подпланами нашего мира по сравнению с теми временами. Ну, вот где-то примерно так я могу сказать, отвечая на этот вопрос. Благодарю. Дмитрий задает вопрос. Всех благ и крепкого здоровья. А вопрос такой. Что могло подразумеваться под действиями персонажей, описываемых как? Ударился оземь, обратился соколом и полетел, перекинулся серый волк через голову и обернулся и так далее. Благодарю. Есть в русском языке такое слово «превращение». То есть то, что здесь сказано, да, это превращение, правильно? В этом слове главная часть – это вращение. Примерно то же самое, что используется в шаманских практиках для входа в определенное состояние. Причем некоторые особо талантливые шаманы в этот момент, в этом состоянии, становятся невидимыми. Суть здесь, повторяю еще раз, в слове «превращение». Мы касались этой темы и того, каким образом человеческий психоэнергокосмос связан с планами бытия, включая астральный, и каким образом можно влиять на некоторые параметры и себя самого, и себя по отношению к этим планам. Дальше. Ну уж очень и очень много раз было сказано о взаимосвязи фактора времени и фактора энергии. У них обратно пропорциональная связь. И отчасти на этом построены очень многие технологии суперсолдат в тайной космической программе. Суть и смысл всего, что я сказал, заключается в следующем. Зная определенные приемы, элементы такой специфической практики воздействия на свою астральную составляющую, можно заставлять вот это яичко, если угодно, овоид, окружающий человека, вращаться быстрее или медленнее и достигать определенных совершенно конкретных целей. При этом, тут я уже прихожу к необходимости использовать данные этнологов, которые, например, где-то там в джунглях некоторых островов Юго-Восточной Азии самолично наблюдали обряды очень интересные, когда шаман, да, и это все снималось. Есть эти кинокадры. Шаман определенным образом воздействует на кого-то там из своего племени, и вдруг он действительно падает, то есть бьется о землю, глаза закатывает, и вдруг, не меняя человеческого облика, внутренне превращается в выдру. Ныряет в воду, ведет себя в воде абсолютно как выдра. Он не имитирует выдру, а он ведет себя абсолютно точно, как это животное. То есть фактически речь может идти вот о чем. Мы говорили о том, что человек обладает индивидуальным сознанием, животные обладают групповым сознанием. Этим групповым сознанием управляет определенный
дух, назовем это так, это существо тонкого плана. У него задача вести по эволюции определенные группы некого животного вида, подвида там, и так далее. Он этим занимается. Существуют, оказывается, какие-то сакральные, таинственные, магические практики, до сих пор существуют, и кинопленка это показывает, которые позволяют шаману войти в контакт вот с этим духом, который управляет, допустим, выдрами во всем этом регионе. И дальше подсоединить тонкоматериальную сущность конкретного человека к этому управляющему. И человек становится проводником воли и силы этого управляющего духа. Я рассказываю на пальцах механику. Конечно, все сложнее, но суть и смысл в этом, в этом. Есть и другие элементы определенного знания в этих сказках. Они в каком-то смысле находятся на той же исторически сакральной реальности, которая проявляется в вервольфах, например, в оборотнях. И там тоже есть своя подоплека. И в этой подоплеке, вот здесь чрезвычайно важно, проявляются и влияние на генетику человека со стороны разных экспериментаторов, с позволения сказать. Об этом много мы говорили с ветеранами тайной космической программы. Они это подтверждают. Есть информация из круга инсайдеров. Это не ветераны, но они обладают этой информацией. О том, что в результате воздействия на генетику человека есть у некоторых очень редких генотипов такая способность. Способность не просто вести себя как определенное животное, но и буквально в кратчайшее время превращаться в конкретное животное. Ну, насчет птиц не знаю, но фактов превращения человека в волка и обратно сколько угодно. Причем запротоколированных и очень жестко так запечатанных в конкретику исторических анналов, которые до нас дошли. Так что, возвращаясь к тому, с чего начал, самое главное во всех этих превращениях – это определенная практика воздействия на свою тонкоматериальную сущность через осуществление управления своей астральной оболочкой. А дальше, ну, насколько мощно проявляется эта практика, настолько мощным может быть и эффект. И в этом смысле ведь совершенно не обязательно, чтобы человек в буквальном смысле, например, превратился в орла или какую-то пернатую сущность. Он может просто своей тонкоматериальной структурой соединиться с кем угодно, из тех, кто там летает, и стать этим. Надобность закончилась, вернулся обратно. Вот так. Благодарю тебя. Кстати, в «Казачьем спасе» там тоже есть вот такие техники, когда там пластуны Это превращаются. есть и в восточных всяких этих, например, стиле в ушу. Там и тигр, там и обезьяна, там и змея, там и богомол. Кого там только нет. Это примерно из той же оперы. А ты когда занимался карате, у вас там было что-то подобное? Мы через все проходили, но это не карате, а когда я китайскими этими делами всем занимался. Цигуны там, да? Цигун – это просто работа энергии в переводе. А стили такие были, но из всего, что нам там удавалось найти
из настоящих источников. Ну, Ушел, ушел. да, когда я короткое время с настоящим мастером занимался, он мне просто показал, как что, показал, как можно какой-то элемент из разных стилей ввести в то, к чему у тебя лично душа идет. Я, например, занимался стилем У или ВУ. Ну, то есть это уже совсем прикладной боевой стиль, очень конкретный и полезный. И туда можно ввести любой элемент из этой школы. Благодарю. Лариса, здравия, Владислав и Юрий. Замечательная тема выбрана для секретов. Пушкин был гением и писал сказки в стихах с глубоким смыслом. Иногда с двойным и более. Например, сказка о золотой рыбке для меня о любви, а уже потом о жадности, эгоизме и карме. Не секрет, что самое большое влияние на поэта оказала его няня Арина Родионовна. Есть мнение, что она была его мастером алхимии и эзотерики, а в сказках Александра Сергеевича зашифрованы сакральные знания. Вопрос: что вам известно о личности Арины Родионовны в эзотерическом плане? Благодарю. Был очень светлый дух, который до рождения не просто решил воплотиться, чтобы что-то там полезное делать, но получил наставление о том, как, каким образом помогать духу, пришедшему с великой миссией. И насколько мы теперь знаем, эта душа, этот дух, это существо духовное свою задачу выполнило. Пушкин написал много чего. Действительно, с огромным количеством слоев, уровней, чего еще можно сказать на эту тему? Много. Ну да, у него каждое сказочное произведение несет в себе много чего. И в этом многом чем всегда самое главное – мораль и нравственность. Любовь, конечно, наверное, это каждый уж сам находит что-то близкое себе, дорогое, родное. Но, по крайней мере, в сказке о рыбаке и рыбке есть совершенно прозрачный намек на то, что кое-кто из наших предков общался с существами не из нашего мира. Тут и это есть. Благодарю. Но сегодня еще будут вопросы о творчестве Пушкина. А Светлана сейчас как раз прямо задает вопрос темы нашей сегодняшней встречи. Здравия вам, Владислав и Юрий Рубинович. Скажите, пожалуйста, что означает фраза «Сказка ложь, давней намек». Всего вам самого-самого доброго. Ну, сначала очень-очень коротко коснемся самого слова «сказка». Здесь вот это двойное «к» о многом говорит. И вот как раз насчет этого я тоже много раз чего-то говорил, и все это в связи с сакральным языком, на котором общались великие посвященные, учителя, иерофанты и прочие в те времена, когда на Земле существовало в гармонии в чем-то единая цивилизация, у которой форпост был в том месте, где сейчас северная часть России. Кемская волость, да? Кем. Та Кем – это название Египта. И все, что с этим связано, это значит культурные и другие связи, они, вот они, запечатлены просто на земле в топонимах. В то время все эти очень продвинутые, как сейчас говорят, личности общались на одном языке. Кое-что из этого языка до нас дошло.
И из того, что дошло, это священная частица Ка, в которой, в зависимости от контекста, но почти всегда мы имеем свертку, квинтэссенцию чего-то, что выражается через Ка. Мы говорим косточ Ка, например. И дальше найдите массу других слов в русском языке, в которых это читается. То есть некая малая-малая часть, но в ней, как в свертке, квинтэссенциально содержится главнейшая часть целого. Фактически это голографический принцип. Значит, в слове «сказка» что-то очень-очень большое. И этим пока ограничусь. То есть это чрезвычайно важное нечто, выраженное определенным образом. Это некая малая литературная форма, в которой говорится о большем. И если в сказке не содержится морали и нравственности, то, как мы сейчас говорим, это ни о чем. Сказка должна в себе иметь то, что мы называем мораль, нравственность, этика. И мы знаем, что если этих трех составляющих нет, то горе той человеческой формации, из которой это исчезает, она может достичь невероятных высот, она может летать в другие миры, в другие галактики и самоликвидироваться. Примеров тому огромное количество. И на Земле такие были. И наши друзья подтверждают знания древних о том, что в верхних мирах были те, кого называли богами, которые между собой там драки устраивали, и в конце концов самоликвидировались. Поэтому самое главное, что содержится, что должно содержаться в сказке, мораль, нравственность, высшая этика. Ну и все, что к этому уже дальше прилагается. Дальше. Ложь. Ну, здесь все немножко шире рассматривается. Например, дошедшее до нас культурное наследие в виде закрепившихся в каком-то нашем уже совсем-совсем глубоком сознании огромное количество выражений, пришедших из периода Золотого века русской литературы, там, Серебряного и так далее. Но приходилось слышать фразу «все врут календари». Это же школьная классика, да? И сегодня это воспринимается же в календарях одно вранье, да, то есть там в нашем современном контекстном понимании там то, чего и читать-то не надо. На языке того времени, 19 века, врати означало легкая, непринужденная форма передачи информации. То есть сегодня мы сказали бы беллетризованная форма передачи важной информации. Вот что содержалось в тех календарях, которыми зачитывалось верхнее сословие русского общества того времени. То есть там не вранье в худшем смысле, а там необходимая, важная информация, полезная, в легкой, непринужденной форме, легко читаемой и воспринимаемой. Отсюда же и то, что во фразе «сказка ложь», там не намек, ложь имеет общий корень, сопоставимый с лог. Излагать. С-с-лог. То есть это примерно то же самое. То есть сказка – это передача информации.
в изустной форме. Это очень важно здесь. И многие проходят совершенно так элементарно мимо союза, который здесь содержится в этом выражении. Сказка, ложь, да, в ней намек. И с некоторых пор вот это да читается как некая антитеза, некое противопоставление. Тогда как изначально это да означало то же самое, что в нашей речи союз соединительный. И это присутствует до сих пор в некоторых славянских языках. В Чехии, Словакии, даже в эстонском языке это есть определенным образом перенесено туда. В эстонском языке союз «я» означает «и», а «я» в некоторых языках означает «да». Правильно? Но те, кто в Эстонии живет, сразу понимают, о чем идет речь. У меня был в свое время виниловый диск «Ти Палус Я Собрал». Это джазовый ансамбль Тита Паулуса, гитариста, и друзья собрал. Это еще советских времен, помню. Есть у меня этот винил до сих пор. Так что сказка ложь и в ней намек. То есть мало того, что это легкое изложение, легко воспринимаемое, так еще там и намек. Ну а на что намек, мы сегодня об этом как раз и говорим. Продолжаем дальше. Но пора, может быть, уже и Да, я как раз хотел про... к чему-нибудь легкому. Да, музыкальному. Давайте музыкальную сказку послушаем от Юрия. Музыкальную. Thank you.
Благодарю. Благодарю. С новыми силами приступаем к дальнейшему. И вот теперь как раз Никодим нас подводит под творчество Александра Сергеевича Пушкина. Здравствуйте, Владислав и Юрий. Непременно и благотворно здравствуйте. Это твоя фраза, кажется. Ты так очень часто начинаешь. Я, по-моему, ни разу не выражался в смысле благотворно «здравствуй». Ну, у тебя вот Над этим надо подумать. стиль такой, да. Хорошо. Очень хочется услышать ваш взгляд на творчество Александра Сергеевича Пушкина. Был ли он своего рода мессией? И из каких источников черпал свои сакральные знания, которые так красочно и аллегорично зашифровал в своих замечательных сказках? Благодарю. Ну, отчасти ты сказал сегодня Арину Родионовну, да, но тут, наверное, было что-то еще. Но насчет мессианства, скорее всего, все-таки нет. Понятие «мессия» — это гораздо более мощное явление в человеческой метакультуре. Например, «мессия» — это тот, кого мы до сих пор называем Иисус Христос. Но все-таки Пушкин как-то чудес особых не творил в этом смысле, да еще умудрялся во взаимодействии с противоположным полом таких чудес наворочить, что лучше бы без этого, ну уж, из песни слов не выкинешь. Да и слова у него иногда были такие, применительно к этой теме, там, особые. Читайте его дневники. А что касается выполнения им некой миссии, еще раз, не путать с мессианством. Да, и он эту миссию в себе ощутил, а потом осознал довольно в раннем возрасте. Вот это говорит о том, что это действительно взрослый дух с огромным потенциалом, значительная часть которого была распылена как раз вот в том, о чем я сегодня сказал. Что, между прочим, только подтверждает его одаренность особой энергией творческой. Потому что, чтобы охмурить даму таким невероятно элегантным образом, да еще в стихах там и так далее, это ого-го, как бывает. А ты уверен, извините, перебью, что это было по поводу дам? Это Записки, записки. Мне было, кажется, и... все подделывают. Нет, это было, и это, понимаешь, к этому просто надо относиться спокойно. А для того, чтобы спокойно относиться, надо вчитаться, надо исследовать ту эпоху, те нравы, обычаи и многое другое. Тогда это не будет восприниматься какая-то там такая клубничка нехорошая. Я это воспринимаю как явь в его жизни, которая отвлекала его от гораздо более важного. Но как там, в конце концов, кто без греха, первый кинь камень, да? Если уж так говорить. Что касается его особой посвященности во что-то, да, его рукописи некоторые содержат в себе некие коды, ключи к главным его произведениям, далеко не всегда в стихотворной форме. И без этих кодов невозможно понять, например, Бориса Годунова, например, «Капитанскую дочку». Они читаются слишком поверхностно. А с этими кодами это уже воспринимается гораздо более глубоко. И это не только, и, может быть, даже не столько тот самый мантровый ключ, о котором я говорю. Им обладают
уже сущности все-таки более высокого порядка. И когда такие сущности пишут что-то, практически всегда через кого-то, через. В этом-то и вся серьезность и сложность этого процесса. Тогда это воспринимается однозначно и дает эффект однозначный при переводе на любой язык. Даже не очень хороший переводе. Здесь нечто другое. Это одновременно и пророчествование в истинном смысле слова пророк. Кто такой пророк? Во-первых, Пушкин в своем стихотворении «Пророк» написал, как он воспринимает человека, осененного этим даром и ярмом в каком-то смысле. Почитайте стихотворение «Пророк». Пророк – это тот, кто всегда указывает на некие, к сожалению, почти всегда печальные последствия нарушения морали, нравственности и этики. Он указывает, где это произошло, и всегда говорит о том, что будьте готовы к тому, чтобы рассчитаться за то, что вы натворили. Это главная суть в слове «пророк». Это не прорицатель, это не ясновидящий, который видит будущее. Это, если угодно, моралист в высшем смысле этого слова. И так, кстати, надо воспринимать пророков в Библии. Они не смотрели там через 200 лет, они говорили, что неотвратимо будет, потому что вы сделали это. И Пушкин в этом смысле один из величайших пророков. И в драматургической канве произведения Борис Годунов он выстроил очень многое из того, в чем оказалась Россия гораздо позже. И особенно вот это ключевое «толпа безмолвствует» в этом произведении. Это самое впечатляющее и самое страшное. Что бывает при попустительстве злу? Вот о чем он написал. А теперь вдумайтесь в то, что произошло в 91-м году, когда соблазненные, да, конечно, когда те, кому запудрили мозги, да, конечно, но сдали страну. И началось то, о чем Пушкин написал. Это применительно к этому. Но и в других его произведениях очень много такого. И именно этого и боялись темные силы, эти нелюди, эти всякие разные, которым сегодня кранты приходят. В нем они видели огромную силу, которая противостоит их замыслам. Именно поэтому и постарались убрать его с этого плана. Но у них получилось. Примерно то же самое было с Лермонтовым. А ты не просматриваешь параллель смерть убийства Кеннеди, Пушкина, потом по поводу смерти Пушкина там очень много всего запутанного, потом появление такой одиозной личности, как Александр Дюма, или это были уже легенды, что Пушкина не убили, потому что, насколько я знаю, читал исследования, гроб не скрывали, никто не видел. И потом появляется Александр Дюма, и там очень много похожего персонажа. И вот я почему-то сейчас параллелю с Кеннеди. Я помню твое блестящее выступление года 2 назад или 3 у Ивана Добоброва, кажется. И вот там как раз шла вот эта параллель. Но тогда вы говорили не о Пушкине, мы говорили там Кеннеди, потом там другие были персонажи очень интересные. Вот как ты думаешь, все-таки убили ли его так, как нам преподнесли, или он все-таки Здесь все тайна? довольно просто. Изучите
творчество Дюма и квинтэссенциональную суть. О чем он писал? Что в основе, или как мы сейчас можем сказать, в чем сказка? Произведение Александра Дюма и произведение Пушкина. Вдумайтесь в это. То есть, если принять эту версию, то это настолько несопоставимые получаются линии стратегические в творчестве. Но никто Это не видел первое. его, да. Второе. Насчет не видел, я согласен. И вся эта история с Там столько Веселой, моментов. там, на Псковщине. Я там был в школьном возрасте, мы там все это видели, нам там рассказывали кое-что втихаря. Это уже другое дело. Это уже скорее в духе костей Джеронимо. То есть это стиль работы все тех же иезуитских, иллюминатских. Имели они там свою роль, и поэтому тут все так и выглядит. Но эта версия с Дюма, это несколько не то. Дело в том, что на Землю одновременно в важные эпохи приходят несколько очень сильных личностей для выполнения некой единой миссии. Иногда, я подчеркиваю, иногда за всеми этими личностями стоит одна высочайшая, которая через себя раздает в несколько фигур нечто единое. А дальше всякое бывает. Один так реализует, другой эдак. Возьмите эпоху, относимую приблизительно к 500-600 лет до нашей эры, так сказать. Кого там только нет. Там и такие высочайшие духи, как Пифагор, в Китае там всякие эти Лао Цзы и прочие. В других местах не менее мощные. То есть всегда посылаются как минимум несколько, а бывает еще несколько десятков в одно и то же время. Хорошо, я тебе задам вопрос прямой. А убили ли Пушкина? Была ли та гибель его? Или его Была. спасли? И... Потому что во многих сказках, во многих его произведениях, там невооруженным взглядом видно космические корабли. Ну да, там есть об этом, но я уже... Пожалуйста, вот это. А рыбаки и рыбки. В других сказках тоже есть. Понимаешь, совсем не обязательно, Спасать, вывезли. что да, тот, кто воплощен из очень высоких космических миров или цивилизаций, что его будут спасать. Совсем не обязательно. Там все рассматривается с такой платформы целесообразности, которая нам может представиться самой вычурной, какой-то вообще невероятной. А для них это именно так. Ну, последний пример, о котором я, кстати, говорил. Алекс Кольер. Ну, человек умирает, да? Человек умирает онкологического заболевания. Его никто не спасает. Хотя, по идее, в одном из своих выступлений он как-то намекнул, что вроде бы шла речь о том, чтобы продлить ему жизнь. А он не хочет, он сам не хочет. Он к ним туда хочет быстрее, а туда к ним только после ухода из физического тела здесь. Так что каждый раз это всегда строго индивидуально. Ну и, к сожалению, есть то, что действительно называется карма, от которой не уйдешь. И многие события, они до какого-то момента могут быть предотвращены, а потом нет. До какого-то момента, ведь Пушкин был человеком очень любопытным и
как многие в то время суеверным. Он же к гадалкам многим ходил, правильно? Да. Был период, когда гадалки ему там все прекрасное там что-то рассказывали, а потом бац и все. Вот он, в конце концов, пиковую даму и написал. Ну, тут все-таки прослеживается, вот я помню многие твои выступления, как бы это сказать, чтобы многие услышали, через определенные, скажем так, временные путешественники, и, мне кажется, и Кеннеди, и Пушкин, и многие другие, которые приходят, и тот же самый апостол Иоанн, да, его же смерти никто не видел, там положили, и все, он исчез. Поэтому вот... Ну ладно, я не буду сейчас на эту тему устраивать. Хорошо. Просто интересная нить идет. Очень интересная нить. Кеннеди, есть такая нить, точно так же есть нить Наполеона и Гитлер. Там вообще настолько все по цифрам складывается, что дальше просто некуда. Возьмите все эти, по-моему, там 129 лет их разделяет, Гитлер, Наполеон. А что касается Кеннеди, там с Авраамом Линкольном тоже сплошная эта линия выписано. Но Кеннеди был убит. Его не удалось спасти. А сын? Сын? Рука Многоточие. из Да. Когда Так. надо. Узнаете. Узнаете. Про некоторых других я имел возможность сказать, я про них сказал. То есть, Каддафи жив. Это радостная была тогда новость тебе прямо вот. Так, ну ладно, теперь переходим. К чему мы переходим? Мы переходим непосредственно к сказочным технологиям. О! Яна задает вопрос в лоб. Молодильные яблочки. Прям какая-то неземная технология. Почему яблоки часто фигурируют в разных сказках и несут в себе как позитивные моменты, так и отрицательные. Помнишь, там у героя рога выросли? А съел Да. другое яблоко, рога пропали. Угу. Хороший мультфильм, кстати. Да. Во-первых, здесь совершенно прозрачная параллель с мифами Древней Греции. Там тоже были яблоки, с ним много было чего связано, и были исследования на эту тему. Ну, там, Геспериды присутствуют, да? Сад Гесперид. И все сходятся на том, что это намек на то, что этот самый герой добыл их на Венере. Дальше. Книга, о которой я тоже много раз говорил, «Гражданин двух планет». Это в русском переводе. В английском «Dweller on two planes». То есть «обитатель двух планов». Вот в точном переводе. И там описывается в этой книге его путешествие на Венеру, где он общался с цивилизацией, которая представлена людьми, живущими в определенном плане венерианского бытия. В этом смысле книга потрясающе интересна. Она во всех смыслах интересная. И включая подробнейшее описание жизни в последние времена Атлантиды. С деталями совершенно замечательными. То есть она много чем хороша. И прежде всего моралью и нравственностью. Эта книга написана через человека, высочайшим духом, которого зовут Филос. Так вот, венерианский вопрос здесь тоже очень интересным образом проявлен. Молодильные яблочки, скорее всего, это эхо того самого мифа. А что за этим стоит? Здесь может за этим быть не только и не исключительно абсолютно нечто невероятно сказочное на уровне почти не может быть. Я, когда проводил занятия с нашими пациентами, очень любил тему правильного питания и высказывания
по-моему, Авиценны. Яблоко, съеденное до еды, это золото. Яблоко, съеденное во время еды, это яблоко. Яблоко, съеденное сразу после еды, это яд. Вот, пожалуйста. Уже один этот аспект уже много чего значит. То есть элементарное употребление любого яблока, ну, только съедобного и без химии, правильным образом приводит к организации в организме правильного пищеварения. Залог определенного продления молодости. Разве не так, друзья? Но, конечно, здесь может содержаться еще и знание о том, чем располагала великая цивилизация или эволюционный опыт. И почему мы все время Атлантиду только ее вспоминаем? Атлантида существовала очень длительное время параллельно с цивилизацией Му. Или, спасибо французам, Ле Му, Лемурия. А потом плохо кончили. Под влиянием всяких нехороших сущностей. Так вот, там были удивительные технологии и омоложения, и продления вечной молодости, и возможности жить сколько хочешь долго. Это все там было. Вопрос, куда это все делось? И из-за чего? Так что, если мы говорим о сказочных технологиях, то эту линейку можно продолжить. Вот бежит-бежит яблочко по блюдечку, да? Такой полупрозрачный намек на Apple Да. последний. Ковер самолет, скатерть А ковер-самолет, самобранка. как нам говорят наши друзья, это реальное изделие, которое до наших времен сохранилось. Они знают даже, в каком месте это изделие просто пришпандорено к стенке в одной из комнат. А еще один экземпляр пока скрыт до лучших времен. И скатерть-самобранка тоже. То же Искатель-самобранка, по их самое, да. словам, тоже технология определенного типа. Это все активируется с помощью знающего человека, обладающего определенной энергетикой, энергетикой определенного типа, не земного, но определенного типа, который на Земле есть такие люди. А дальше как там, важно вовремя слово сказать или молвить. И все работает. Так, ладно, давайте поговорим о страшилках. О страшилках. И Елена задает вопрос. Здравствуйте, уважаемый Владислав и Юрий Рубинович. Вопрос. В какой-то мере русские народные сказки с персонажем Змей Горыныч отражают ли они историческую реальность? В одной из сказок Змей Горыныч похищает женщин, детей, а русский витязь освобождает их из плена. Помню, в детстве всегда удивляло, зачем Змею Горынычу столько народу. Благодарю за ответ. Счастья и сказочного исполнения сердечных желаний. Леночка, спасибо за вопрос. Ну, давай про Змея Горыныча поговорим. Хотя, наверное, этих Змей Горыныч ты уже на протяжении, сколько, 20-30 лет подробно рассказываешь в том или ином качестве о них. Да уж. Аж с 90-го года, когда впервые начались все эти лекции и в системе обучения будущих уфологов той самой ассоциации и позже. Ну, конечно, в этом образе много чего присутствует. И все это можно свести к одному. Это совершенно определенный тип драконийской расы рептилоидов. Сущности. Именно драконицы. Причем весьма высокого уровня. Насчет количества голов, ну тут
Дело вот в чем. И мы этого касались, и об этом говорили, по крайней мере, трое из тех, кто на слуху до сих пор, о том, как устроена анатомия, физиология рептилоидов драконийской расы. У них три позвоночных столба. На одном стоит голова, а два других образуют мощную структуру скелета, благодаря чему они невероятно могучие, устойчивые, выносливые и так далее. Отсюда, наверное, и происходит эта трехглавость, потому что с некоторыми из этих отродий космических действительно вступали в те или иные виды единоборства или еще чего-нибудь предки прадревнейших славян. И отсюда и знание о том, как они устроены. Кроме того, были упоминания о том, что на рубеже 19-20 веков, где-то там на среднерусское равнение, были обнаружены захоронения. И в одном захоронении как раз такой огромный скелет ростом около 3 метров с тремя позвоночниками. И с очень странной формой черепа. Череп там был один. Не исключено, что и это тоже имеет под собой ту самую основу, на которой и выросли сказки о такого рода сущностях. Ну а дальше, зачем им столько человечины? Может, теперь-то мы знаем, зачем все это нечистое воинство сюда периодически отправлялось и организовывалось здесь и самостоятельные сборы, с позволения сказать, урожая, чего они крайне опасались всегда, потому что это ж засвечиваешься. А больше всего это организация междуусобных войн в разных человеческих племенах. Вот это их фирменный стиль, когда друг дружку кромсают, а дальше им приходится только собрать Сталкивают, понятно. заготовленный материал, да, и пользоваться. Так Сейчас что то же самое идет. сейчас идет по инерции то же самое, но то, на что был расчет, у них все поломалось окончательно. Четко было сломано в 2014 году, а сейчас окончательно. Вот так. Так, ну давай теперь мы с тобой по полочкам разложим знаменитую курочку Рябу. Я, кстати, когда был маленький, мне прям эта вот сказка очень нравилась. Она такая с таким философским уклоном. Юрий задает вопрос. А какой смысл заложен в сказке о курочке Рябе? Почему дед и баба пытались разбить золотое яйцо? Что искали внутри яйца? Почему плакали, когда мышка хвостом, хотел сказать, хвостиком, вильнула и яйцо разбила. Ведь они сами хотели, что это яйцо разбить. Спасибо. Видишь, какие классные вопросы. Но как раз то самое, о чем я и раньше всегда говорил, и сегодня говорю. В сказке должна быть мораль, нравственность и этика. Этим она должна учить. Здесь совершенно конкретное такое проявление неумного тщеславия, гордыни, если угодно, в попытке докопаться до чего-то очень-очень-очень такого высокого, что заключено в символе. Символ. Во всех прадревнейших культурах яйцо – это обозначение Вселенной. Ни больше, ни меньше. Неправильное попытка докопаться до сути
Это свидетельство глубокого заблуждения и наличия тщеславия, гордыни, заносчивости, которые являются препятствием на пути к великим знаниям. Вот что показано в этой сказке. А мышка здесь дана как образ, который говорит о том, что все очень просто. Если ты ведешь себя, как там в Евангелии сказано, будьте как дети. Ребенок докапывается до сути и пытается сравнить это с чем-то, что он уже знает. На этом основаны, на принципе аналогии, основаны все великие варианты проникновения в истинную суть вещей. Напоминаю, о чем я когда-то говорил. Когда мы рассматриваем человеческий психо, энерго, космос со всеми его там астральными делами, витальное тело, эфирное тело и физическое. Это у нас есть в отображении в виде яйца. Скорлупа – это внешняя часть астрального яичка, условно говоря. Дальше. Белок. Это, собственно говоря, плоть астрального тела человека. Желток. Это витальное тело. Это, самым простым образом, если описывать, это накопленная энергия ци у китайцев. Или праническое тело, выглядящее в тонком плане, те, кто видят это, так и описывают, как сфера, сияющая желто-золотым цветом и расположенная вокруг солнечного сплетения, которое собой охватывает все главные органы человеческого тела. Это витальное тело. А эфирное тело – это система фактически трансформации этих более тонких энергий уже в процессы в физическом плане. Вот что содержится в простом соотнесении яйца куриного с нашей космической, с нашей космоэнергетикой. Но человек ведь это модель Вселенной. Это не пустое заявление. Парацельс в 16 веке говорил, человек это свернувшаяся Вселенная. Это его слова. Так вот, в этом смысле все просто, если так подходить. Если не бить, а подходить по принципу поиска аналогий. А это что, друзья? Принцип Гермеса. Как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху. Изучайте окружающий вас мир и любое феноменальное явление, неважно, оно яйцо золотое там или какое угодно, через систему аналогий. И при этом не надо ничего разбивать, как наша наука практически всегда действует. Для того, чтобы понять, как что-то устроено, наша наука разбивает это на атомы. И какие-нибудь там мифические бозоны Хиггса. Не надо этого ничего делать. Надо вести себя как мышка. Вот так. Браво. Вот браво, потому что браво. Так, вот очень интересный вопрос у Мэри Голд. Ух ты. У меня прям до сих пор мурашки. Только не такие мурашки. Эти страшные сказки братьев Гримм. Кто они были? Я как вспомню, так вздрогнул. Ведь есть, знаешь, такие вот сказки там. Ряба, там, конек-горбунок. Ну, в общем, все нормально, все естественно, все наше, близкое нам. А тут какие-то вот такие вот, какие-то вот не такие. Начну с того, что все познается в сравнении. Значит, в 80-х годах я по делам приходилось часто ездить в Таллин.
И однажды, не помню по какой причине, я зашел в книжный магазин, а меня просто попросили книжку купить для семейства одно, там у детей, там двойняшки были, близнецы, и для них мне попросили в Эстонии какую-нибудь книжку сказок. Ну, Эстония по отношению к Латвии тогда тоже была такой совсем западной страной. Но я привез. Сильно не вдавался, но меня-то смутило то, что было там на обложке. Что-то такое совсем, совсем, совсем страшное. Оказалось, что это еще были цветочки. Потому что через какое-то время мне мамочка это позвонила, а знали мы друг друга еще с института. Она училась на экономическом факультете. И так сказала: слушай, что ты привез? У меня дети по ночам теперь не спят. Мало того, что там сказки страшные, так там такие иллюстрации, что мне, говорит, плохо от них. Так что не братьями Грин одними мир был наполнен. В этом, между прочим, кое-что есть. Помнишь «Карлик Нос»? Там же Да. технология инферно. Я когда читал, у меня просто, ну вот, я был маленький, я сейчас смотрю на там, я просто до сих пор мне стоит эта сцена. Взяла нормального ребенка, приволокла к себе домой, и из него сделала карлика нос. Это же жуть! И прям технология, как она это делала, это же вообще жуть! Теперь-то мы знаем, что это вполне вписывается даже в технологии ТКП. Это все реально. И те, кто в Монтоке участвовал в разных там опытах и рассказывал там, что они там творили с существами, которых из параллельного мира в наш вызывали, и они потом крушили там все на свете, а делали еще и какие-то помеси кого-то с чем-то. Так что это, в общем-то, да, это речь идет о каких-то тех технологиях. Кстати, есть совершенно замечательный российский мультфильм «Карлик Нос». Ну, там есть такие страшненькие места, но они не такие ужасные, Да. как вот эти эстонские сказки или Книгах, да. книги братьев Гримм. Темные находят себе своих проводников. Им это удается. Но если люди по-настоящему от Бога талантливы, то даже в этих страшных сказках, если мы говорим о братьях Гримм, все-таки что-то светлое есть. И даже в этой сказке «Карлик нос». Но кончается это она позитивно. А в мультфильме, так там вот, то, что показано в конце, когда все это происходит, расколдовывание. Душа гомеопата радуется, потому что там растение с Да. названием латинским «тараксакум», то есть одуванчик. И гомеопат сразу понимает, что тут за темная вот эта сторона всей этой магии. На что влияет в человеке и из-за чего он может превратиться во что-нибудь такое. Это просто такой гомеопатический экскурс в паразитологию, если угодно. Ну и да, упоминание о технологиях. Технологиях, которые, конечно же, скорее всего, передают дух вот той самой темной Атлантиды, о которой мы уже говорили. Атлантида, уже окончательно сверзившаяся в черную магию и в человеческие жертвоприношения. Наверное, Снежная королева оттуда. И Ну, это уже все-таки другой автор, уже другой, такой да, другой романтик. автор, но я просто параллель провожу по поводу Атлантиды. Здесь нечто другое. Здесь скорее общение автора «Снежной королевы» с теми планами, из которых человечеству помогают очень сильно. И эти планы мы уже как-то затрагивали, когда говорили о музыке.
Андерсон был все-таки Да. светлейшей душой, которая была способна отзываться на то, что ему посылалось свыше. А Судьба у него автор. была непростая, да. Ну ничего, а зато, а чем все закончилось? В конце концов, все нормально. Вот как надо, так у него все и закончилось. И с очень высокими людьми дружба была, да? Так Да. вот, человек, которого уже при жизни любила не только Дания, но и многие другие, ну не есть ли это счастье, в конце концов? Это первое. Второе. Фабула «Снежной королевы». Это просто новозаветный такой притчеобразный перст в бревно в твоем глазу. Это раз. Во-вторых, это прямое указание на святая святых в человеке. Сердце. То есть там кусочек зеркала попал ему в глаз. Очень сильный оккультно-эзотерический принцип. Для тех, кто понимает, глаза – это функция печени, а печень – это астральные ворота в астральное тело человека со стороны более плотных структур человеческих. Это эмоции, которые могут быть высокими или низкими. И печень имеет совершенно определенное, без всякой мистики, без всякой метафизики, эзотерики и оккультизма, определенное влияние на сердце. Вот что здесь передано. То есть, если эту сказку прогонять через это сито, то тут просто еще и пентасистема просматривается совершенно конкретно. Хорошо, а поздние сказки? Карлсон, который живет на крыше. Это технология или это человек с крыльями? Это из области скандинавского чудачества, не самого печального, я бы сказал. Надо изучить просто жизнь, биографию Астрид Лингрен, и многое станет понятным. Все эти закидоны именно в таком типично скандинавском варианте, они, кстати, и в Эстонии тоже проглядывают сквозь эту культуру. И в Латвии тоже это есть. Это юмор такого специфического рода, где физиологичности много. Это не плохо или хорошо, это просто факт. И все эти Пеппи, длинный чулок и многое другое, это примерно то же самое. Это специфическое чувство юмора этой части нашего глобального народонаселения. Ну а мне кажется, что советская система мировосприятия с этим Карлсоном сделала восхитительное нечто, после чего он стал гораздо более симпатичным во всех смыслах. Да. Мне так кажется. Да. Так, ну хорошо. У нас тут еще много вопросов. А, равновесие задает вопрос. А вопрос такой. Кто такие же 33 богатыря? И с ними батька Черномор. И с какого моря их ждать? Их ждать? Ну, ждать. О. Да. Это намек. Во-первых, на совершенно конкретный вид подводной цивилизации. В сказках Пушкина и это тоже есть. Там много намек. Мы сегодня касались этого. Там много всего разного. В том числе и того, с чем напрямую не просто соприкасался, но взаимодействовал и даже сотрудничал
мир людей времен Атлантиды и даже более ранее. Это первое. Второе. В не меньшей степени это примерно такой же намек на мифологическую ветвь, сравнимую с мифами и легендами некоторых африканских племен, которые, в частности, вот на территории Мали, там эти догоны всякие были и есть, которые общались с существом Номо, вышедшим из океанов, в чем-то напоминавшим чешую рыбью. Эти же существа упомянуты в текстах клинописных, относящихся к культуре Шумера. Эти же существа описаны в японских народных сказках и в китайских. То есть в данном случае это такой намек на очень большую тему взаимодействия с другими космическими расами и их представителями здесь на Земле. Число 33, но был Пушкин масон, был. Ну и что из того? Вот он ввел это число сюда. Это не 33 коровы, по которым тут недавно прогулялись некоторые исследователи знаков, символов и много другого. Но вполне себе неплохой образ. Ну и Черномор при них тут совершенно понятно сразу из какого моря. И в этом смысле это может быть определенное эхо от мифов и легенд и времен Эллады и более поздних времен, связанных с той базой мифов, в которых и Колхида присутствует, и многое другое. Это Черноморье. 3-9 То есть, земель. ну, Это уже в другая. каком-то смысле да, но о 39-м царстве, Царствие. 30-м государстве мы говорили уже, это спасибо Егорке. Кстати, я ответил на письмо, которое мне послала родственница Егорки. Он нашелся? Он нашелся, и я жду ответа на мое письмо, которое я послал в ответ на полученное мной письмо. И в этом письме фотография Егорки, его сестры, ну, замечательно все. Отлично. Так Вот что я жду ответа на свое письмо. Ну и заканчивая про этих Черномора. черноморов, там сказано про то, что тяжек воздух им земной. То есть это люди, пришедшие из океана, которые не жабрами дышат, а воздухом, но наш воздух им тяжек. Я думаю, что это, наверное, самое четкое указание на иномирность, на представителей какой-нибудь другой космической цивилизации, которые имеют свои базы под водой до сих пор, все нормально, и для которых наша атмосфера действительно такая тяжеловатая. Вот Вот так. так. Юрий Лир взял и разрушил Ничего не сказку разрушит. и превратил ее в быль. То была сказка, а стала быль. Инопланетные цивилизации, базы, ТКП. Вот, понимаешь, дети сейчас нас послушают, скажут: «Мама, почему Юрий Лир разрушил сказку? Мы так верили в курочку-рябу или еще во что-то. А теперь какие-то базы, какие-то там ТКП, какие-то там эти устройства». Все равно ребенок должен верить в сказку. Ганс Кристиан Андерсон и Нет, Рут. ребенок должен читать сказки. Желательно читать. И только потом Да, смотреть. читать. Сейчас согласен, читать, А да. верить он всегда должен в победу светлых сил. Да, Вот согласен. во что он должен верить. Потому что это всегда так. И
темный период, и владычество темных сил может затянуться. Да, это бывало в разных частях Вселенной. Но свет побеждает всегда. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот сказано так. Так что не просто этому надо верить, надо еще участвовать в работе светлых сил. А для этого поступать надо по золотому правилу, которое золотой нитью вписано во все самые главные русские народные сказки. Вот так. Читайте Ну, сказки. благодарю. Ну и в заключение вопрос от Елены. Прекрасный, наверное. Да, прекрасно, да, Елена. Вот хочется верить вот в это. Мне хочется верить. Да. Ну вот и прям читаю дословно. Невероятно! Я не знала, что тема сказок, и приготовила вопрос о сказке. Синхронизация. Дорогой Юрий Рубинович, сказки о царе Салтане «Дивный остров», который создала царевна-лебедь. Это же та жизнь, к которой мы стремимся? Или это жизнь на созвездии лебедь? На счетах воинов дядьки Черномора тоже лебедь. Но Асфатья Бабариха чем не англичанка, которая гадит? И сюжет очень похож на их стиль. Смотрела фильм «Сказку о царе Салтане» 1966 года, режиссер Александр Птушко. Какое мастерство! Костюмы, музыкальное сопровождение, лица актеров. Будто бы этот фильм тоже из другой цивилизации. Да, так и есть ушедшие на наших глазах цивилизации. Какие вы красивые в сказочном одеянии, наши любимые, дорогие, многоуважаемые сказители. Ну вот. Ну, я сегодня уже говорил о Пушкине и в этом смысле. Да. Да, здесь и это, о чем здесь сказано, и много еще другое. И до таких интересных тонкостей все доходит. Уже когда разбирали всю эту сказку от и до, то, например, царевич и царица, они плывут там в бочке. Каким-то образом исследователи докопались до того, что бочка была собрана из 12 вот этих досок. И там был прочитан лунный код. Кроме того, когда начали исследовать текст, который был опубликован еще в те времена, в 19 веке, оказалось, что числа, получаемые при сложении численных кодов букв, дают удивительную картину. Когда эти числа поместили на специальную бумагу, миллиметровую так называемую, и провели там определенную систему координат, взяли за основу, по-моему, там взяли координаты, если рассматривать Землю как точку наблюдения, полярной звезды. Было такое исследование, оно делалось в 80-х годах. Так вот, в результате получился рисунок с четким созвездием Лебедь. И это только один вариант прочтения этой сказки. Численно-нумерологически. Занимались математики. Они, кстати, этим занялись после того, как точно так же был исследован текст Ветхого Завета, первых книг. Когда книги эти прогнали через численные коды, где каждой букве соответствует число, тоже была построена удивительная, красивая, очень симметричная картинка, прямо с образами, которые там читались. Так и здесь. Да, конечно, здесь совершенно определенным образом есть, проглядывает этот Лебедь. светлый образ лебедя, то есть влияние цивилизации этого созвездия. Остров, ну,
У каждой из этих цивилизаций, которые пребывали на Земле, у космических рас, на Земле было то, что на английском языке называется Иден или Эдем, то есть база, то есть место, выбранное для того, чтобы на конкретной планете проводить исследования и попытки скрещивания каких-то своих форм жизни с местными. Так что вот она тут все и замечательным образом выглядит. Ну, многое другое же там тоже есть. Там белочки всякие, которые орешки грызут, да песенки поют. Как ни покажется странным, невозможным или смешным, все, что мы сегодня знаем на тему влияния космических цивилизаций на те или иные процессы эволюции разных форм жизни, это не кажется удивительным и невозможным или запредельным. На Земле много форм жизни, которые сюда были принесены с других планет. И эти формы жизни на Земле никогда не проходили эволюцию, там, не знаю, от бактерий и до еще чего-нибудь. Они принесены сразу в готовом виде. Ну а на что способны белки, если с ними поработать как следует? В ТКП прекрасно знают. В ТКП знакомы с такими видами использования разного рода животных, которые у нас показаны, Мстители Вселенной там или Галактики. Там же есть этот Бурундук или как его там? Да, помню. Шибко башковитый. Это все реалии. Берется у животного его очень развитая часть. А ведь есть цивилизации, космические расы, у которых наши родственники могут быть бурундуки, белки, еще кто-нибудь. А там они развились до очень высокого уровня, и интеллектуального в том числе. Так вот их эти нехорошие всякие узурпаторы в ТКП берут, ловят там и превращают в киборгов, которые могут работать как бортмеханик. Рядовое явление, к сожалению, но это факт. Так что там могут быть и белки, которые орешки изумрудные грызут и песенки поют, и заодно еще космический корабль подчиняют. Запросто. Вот раньше были фильмы с ограничением «Дети до 16». Я вот сегодня бы на нашу передачу тоже вел бы, не знаю, там до 16 там, или до 13, потому что, мне кажется, сегодня такие серьезные вещи только для взрослых. Вот дети вот так, если послушают нас, они же потом, не знаю, в таком возрасте нежном. Дети быстрее подготовятся к информации, касающейся ТКП и на гуманной подоплеке или базе, или почве. Чем раньше они об этом узнают, тем лучше. Чем быстрее проявится в их сознании связь между их сказочными, любимыми героями и тем, что нам откроется, тем лучше. И это не будет в духе игры Эндера, где идет жесточайшая эксплуатация детей во всех смыслах. А это будет продвижение вперед, эволюционное, эволюционно-технологическое, какое угодно, для пользы всего человечества. Будут ли тогда дети детьми? Вот в чем вопрос. Мне кажется, детство — это такая сказочная страна, которая дает импульс для всего остального. А Я для думаю, ребенка не стоит опасаться. не Стоит стоит. опасаться чего-нибудь другого, что дети накушаются во всех смыслах чего-нибудь не того. Там у них хватает, да, вот там. Да, поэтому пусть будет все, а задача взрослых, мнящих себя умнее, чем дети, вот задача взрослых найти ту форму взаимодействия с маленькими людьми, которая даст максимальную пользу при минимальном количестве конфликтов. Это Ох. житье по золотому правилу внутри семьи. Непросто. Знаю, знаю, знаю. Проходили.
Но тебе сегодня будет, ох, как непросто Ох. назвать имена. Тем более, я хотел тебе предложить, перед тем, как ты назовешь имя или имена, если это будет касаться ребенка, это будет дополнительный приз, сюрприз. А если это взрослый, то это будет взрослый. То есть сегодня и далее у нас будет не один приз, потому что я очень хочу поддержать твою инициативу, связанную с Егоркой. И я рад, сейчас я позже скажу, что мы хотим с тобой вместе запустить. Итак, кого ты хочешь сегодня выделить? У нас сегодня были дети и взрослые, которые задавали детские вопросы, а дети задавали взрослые вопросы. Не могу объяснить почему, но вопрос про курочку рябу меня задел больше всего. Вот не знаю почему. Всего один, да, хочешь выделить курочку рябу. Так, курочка ряба – это Юрий О, так это мой Лешниченко, тезка. это твой тезка, да. Юрий Лешниченко, поздравляю. Но у нас сегодня были от Марии Лучезарной, от Екатерины Райт. Не Я хочешь? не помню. Сейчас я тебе напомню по поводу Марии Лучезарной. Сейчас. Так. Первый вопрос. Почему бабушку Егиню, древнюю богиню, сделали из А, войска и гуси-лебеди? да, вот это большая Мариэль! тема, большая, большая. Будем что-нибудь? Согласен. Будем? Выделяешь? Согласен, да. Отлично. 9 лет, Мариэль. Поздравляем! Юрий Лир сегодня подарил 2 приза Юрию и Мариэль 9 лет. И Прекрасно. Когда представляется такая возможность не один, а два, так это даже лучше, как говорят у нас. ну, ты тоже делаешь, умеешь делать сюрпризы, и ты вот Ричарду послал тоже приз Португалию. Друзья, перед так. Сейчас по традиции новостная колоночка тоже сейчас очень многих обрадует. Вот, и там позже я чуть-чуть скажу о инициативе. Во-первых, я хочу поблагодарить Елену и Дмитрия, кто откликнулся на нашу просьбу об Индии и Вьетнаме. Тут же появились дополнительные возможности в Турции, Бали и Египте. Отдельное спасибо. Еще раз обращаюсь к нашим друзьям. Если у вас есть знакомые, родственники, партнеры в Индии, Вьетнаме, Турции, и так далее, просьба, пусть они ко мне обратятся, мы вам сделаем очень интересное предложение. Плюс благодарю отдельно Романа, который пишет музыку на стихи Анастасии и уже написал музыку на стихи Юрия. В ближайшее время мы вам эту музыку опубликуем. Я его благодарю за то, что он помог Юрию приобрести МФО. Тот самый Юрий. Ой, Роман. Так. Друзья, теперь я хочу назвать имена. У нас была акция 16 по 26 января среди покупателей продукции «Разум», «Спаса» и «Паркиса». Итак, стиральная машина для фруктов и овощей «Богинян Алексей». Поздравляю, вы покупали «Разум», и как раз вот в этом интервале рандомайзер выбрал вас. Я знаю, вы где-то даже тут недалеко от меня находитесь, дорожный проезд. И вот эта замечательная машинка для фруктов и овощей, кстати, я подчеркиваю, ни в коем случае нельзя их помещать в металлическую посуду. Ни в коем случае. Раиса уже предупреждена, и Лидия. То есть должна быть емкость, керамика, еще что-то, только не металл. И тогда вы увидите вот эту пленку, которую сверху посыпали, обсыпали, и вот эта пленка потом будет нежно, сливаете воду, и вы будете кушать вкусные фрукты и овощи. Алексей, вас поздравляю. Теперь, среди покупателей Спаса у нас было, а что я сижу и не показываю. Вот стиральная машина, кстати, вот она. Вот она, коробочка, стиральная машина, я что-то забыл. Теперь у нас идет DVD-плеер, вот такой DVD-плеер такой идет. Вот видите, да, DVD-плеер. Это мы его разыграли среди покупателей Спаса. Поздравляю Елену Жгуневу. Елена Жгунева, вы
Рандомайзер выбрал вас. Ну и среди тех, кто покупал в этот период времени продукцию Parkes Technology, сейчас такая будет барабанная дрожь, Лолита из Латвии. Лолита из Опа. Латвии. Ты знаешь ее, нет? Лолиту. Думаю, что знаю. Вот. Переговорное устройство мультитранслятор. То есть не тот, который мы продаем от Time Cattle, а это отдельно прилетел из Сингапура. Лолита из Латвии, поздравляю вас. Поэтому мне будет приятно отправить посылку в Латвию. Ну и еще одну посылку в Латвию, о которой ты, видимо, догадываешься. Друзья, это еще не все. По многочисленным заявкам сегодняшнего дня, 30 января по 6 февраля, уже по традиции, мы что-то такое запускаем. Вот сегодня новая акция. 10% на продукцию, ой, на продукцию, на устройство Спас. Чтобы эта королева паразитов, кандида, на километр, на этот, на пушечный выстрел к вам не подходила. И поэтому на устройство Спас 10% до 6 февраля. Друзья, ну и вот я хотел бы с вами еще поговорить сегодня коротко об инициативе. Я благодарен Егорке, и тут образовалась такая идея, почему нам, вот Юрий Ричарда выделил, Егорку выделил, не собрать такую маленькую группу детей, которые выделяет Юрий, да, и потом с их мамами и детишками устроить вот такую встречу, где на этой встрече вы все сможете задать вопросы и дети, и взрослые Юрию Лиру, причем в конце всем детям мы подарим замечательные подарки. Вот эта инициатива. Поэтому вот сейчас будет там 5 там наберется, у нас уже 2 есть. Ричард, кстати, он будет смотреть, он уже говорит, я уже ему намекнул. Егорка, да, может быть, еще сейчас ты кого-то... А, у нас же есть его. Третий, что-то я забыл, у Марии Лучезарной. Сейчас... Мариэль, третий, во, Мариэль. Уже 3 человека. Ну, мы можем сейчас довести там до 5 человек, и мы устроим такую встречу. Секретики. Помнишь, я сказал слово секретики? Вот, проведем. Да, я тебе скажу, это уже очень будет ответственное мероприятие. Ну, а ты всегда делаешь ответственные мероприятия. Придется готовиться. Так, ну и на этой ноте, наверное, на этой ноте я передаю волшебную ноту Юрию Лиру. Творчество. Так, ну, сегодня прозвучит нечто, что я, по-моему, никогда еще не читал. И это нечто одновременно сказочное, одновременно в духе детектива, приключения и ТКП сразу. Коротенькое вступительное слово. Я читал стихотворение, которое мне сверху Владимир Семенович Высоцкий скинул. Я рассказывал о том, как это случилось, как это все было удивительно. А потом, когда обнаружилось, что не я один, что одна дама целый сборник стихотворный от него там приняла, я понял, что все в порядке, все нормально. Так вот, то стихотворение, которое я тогда читал, оно для меня было абсолютной неожиданностью, еще и потому, что заканчивается оно определенным образом, и только потом, спустя очень много времени, я узнал, что действительно все обстояло именно так, как в стихотворении. Я имею в виду его личную жизнь. Я об этом тогда не знал. Так вот, то, что я сейчас прочитаю, написано в 1980 году. И написано под влиянием, во-первых, самого этого события, когда Владимир Семенович ушел. Во-вторых, в то время я, ну и еще и потому, что
это имя звучало везде. Я заново обратился к его творчеству, песенному, конечно, на магнитофонных лентах я его слушал. И как-то так что-то срезонировало, и вдруг я начал писать длинные повествования в его примерно стиле. И потом это и привело к тому, о чем я говорю, специальное стихотворение про него. А тогда это все шло, ну, как бы от всего, что было в его творчестве. Единственное, что я тогда отметил, что все это писалось потрясающе быстро. Ну, практически без правки. Вот идет, как дышишь, так и пишешь. Плюс совершенно конкретная песня у него есть про агента 007, про Джеймса Бонда. Кстати, та песня основана на абсолютно реальных событиях, когда в Советском Союзе снимали фильм «Красная палатка». Это был первый в истории советского кинематографа фильм ко-продакшн, то есть совместное производство на равных, западное и советское. И в этом фильме участвовал некий актер, который был славен на Западе тем, что играл первую версию Джеймса Бонда, агента 007. Ну и Высоцкий написал про то, как его в Советском Союзе принимали особым образом, и что из этого вышло. Наверное, это тоже сыграло свою роль. Но в конечном итоге получилось нечто в виде такого развернутого повествования, в котором звучит все, о чем я сказал выше, разные жанры, включая ТКП. И все это называется «Знай наших». Вступление. Рассказ про таинственное изобретение нового горючего, про происки иностранного супершпиона и про то, что из этого вышло получилось. Одна ужасно зарубежная держава Париж другой державой удержала, что где у русских супермощное оружие сокрыто где-то. Ну а где разведать нужно? Ошибки быть не может, говорят. Даже с Луны заметны те поля. С них каждый день чего это взлетает, и где садится, то никто не знает. И чтобы разведать, что это за штука, что в небе обгоняет скорость звука, был послан самый опытный шпион с зарплатой ажник в цельный миллион. Шпион тот был ужасно хитроумный, держал под мышкой пулемет бесшумный. В кого хотите мог он воплотиться, надевши маску, хоть в перо жар-птицы. Он сел за руль сверхбыстроходного баркаса, куда уж там с ним тягаться Фантомасу, и в 3 секунды, переехав океан, стал подданным в одной из ихних стран. Потом он тщательно готовился к заданию. Прочел статью о мирном созидании, программу съезда выучил за час и понял, как и чем живут у нас. Купил он в кассе Аэрофлотовский билет, туристский паспорт вынул из штиблет. Он сел в большой и быстроходный самолет, и через 2 часа окончен был полет. Он через сутки был уже на месте. Пароль условный. Куры на насесте. Стал быть, по-ихнему, все в полном абажуре. Доволен был международный жулик. Не мешкая, он приступил к заданию. Напялил маску Божьего создания. Приладив крылья, превратился в муху и выбрал самую болтливую старуху. Он к ней на нос уселся, весь внимание. Секретом пахнет, чует обонянием.
Ну вот досада. Почесавши ухо, чихнула громко мерзкая старуха. Такому обхождению непривычный шокирован был агент заграничный. И чтоб не повторить такой фиаски, прибегнул он к услугам новой маски и стал грудастой продавщицей в магазине. Стал откликаться, ежели звали Зиной. Да вот беда, опять не повезло. С поездки муж вернулся, как назло. И первой же ночью ихний агент не выдержал мужицкий темперамент. И, выйдя продышаться на крылечко, он прыгнул щукой в илистую речку. Потом он зайцем был и хитрой лисицей, был петухом и прочей певчей птицей, клопом и крысой был, цепным дворовым псом, неделю лошадью питался лишь овсом. Так без конца тот агент воплощался, пока мест он с поличным не попался. Тень, что и днем, и ночью с ним ходила, вдруг иностранным языком заговорила. «Вы арестованы!» — ему сказала тень. И сразу стал ненастным летний день. И от такого нервов потрясения произошло с ним в тот же миг ума лишение. Тот суперагент нынче лечится в больнице, а тень его седьмой уж день в столице. Там пьют и кушают, с победой поздравляют советского агента Зельман Хаю. За собственное ей изобретение, за честь и доблесть, что побыла тенью, дана ей огромадная награда. Медаль на грудь и ящик винограда. А как же с тем оружием секретным? Да никакого тут секрета нету. Наш комбайнер Афончев Кирилл, он просто топливу чудную сотворил. К простой соляре он первач добавил, разбавил брагой и мотор заправил. И от такой чудной горючей смеси запрыгали чудеси на небесе. На взлет пошел комбайн по полям, извергнув пламень с дымом пополам. Дал газу нас Афонычев Кирилл и силу тяготенья покорил. Он сделал круг, вираж, петлю и бочку, и чтоб поставить в ентом деле точку, рванул сцепление он напропалую и вышел на орбиту круговую. А как закончилось горючее в моторе, упал комбайн в Байкал широкое море. И после этого Афонычев Кирилл страну и партию за все благодарил. Теперь Кирилл – общественный герой. Он каждый день вечернюю порой взлетает, чтобы до следующего лета превысить на комбайне скорость света. Браво, браво, шпионские страсти, часть вторая. Примерно так. Один Да, к и тут вот одному. и сказки, и превращения. Браво. Здравствуйте. Я благодарю тебя за твои ответы. Друзей, всех вас благодарю за ваши вопросы. Благодарю особо детишек, которые задают свои вопросы. И всем вам мира, любви, терпения и здравия. И все будет хорошо. И я всем желаю здравия, благополучия, позитивного настроя и формирования мысленного нашего светлого будущего. Его надо мысленно моделировать, формировать и не забывать про то, что нашими руками в реальном мире это тоже необходимо сооружать совместно. Так что здоровья, еще раз здоровья, всего самого светлого и до новых встреч! До новых встреч.
Thank you.